Всем привет, ребятки, с вами Максим, очередной эпизод видео прохождения дополнения к игре Infamous под названием «Фестиваль крови». Тут мне сказано, иди, используя свое зрение, ищи тайники. И вот они, специальные символы, оповещают нам. Вот туда двигайся, не забывай, кто тебя создал. Пишут зловещие знаки. Влево, вправо, учись и расти, брат-вампир. Что же за дары? Вампиров, Коул вдруг начал чувствовать родство с ними. Это страшно его напугало. Понятное дело, он же постепенно превращается в сраного кровопийца. Куда дальше двигаться? Он есть указатель. Продолжайте смотреть на символ, чтобы расшифровать. В его голове вспыхнули символы, и внезапно он понял, что они означают. Это была поучительная история для новообращенных вампиров. История их повелительницы, Кровавой Мэри. На вечерней прогулке я встретила трех моряков. Приняв меня за ночную бабочку, они заспорили, кто из них будет наслаждаться моим обществом. К счастью, я сумела примирить моряков, сказав, что готова развлечь всех троих, если они найдут подходящую комнату с прочным замком и хорошей звукоизоляцией, чтобы никто нас не побеспокоил. Мое предложение им понравилось. Они привели меня в укромное местечко с прочной дверью и толстыми стенами. Достаточно толстыми, чтобы никто не услышал воплей этих наивных глупцов. Понятно. Кровавая Мэри расправилась с ними. Пожалуйста, ждите, это что такое было? Прямо сейчас меня обязуют некий акт, некий договор принять. Что? Возможно, там хотят анально пропердолить мою задницу. Я только что принял это соглашение. Обязал себя выполнять какие-то неприятные штуки. Надеюсь, что не так. Надеюсь, что это всего лишь какая-то формальность, ни на что особенно не влияющая в моей жизни вампира. Так, значит, должны быть доступны некие задания. Дополнительные материалы «Ночь больших костров» подключены. Да, интересно. Вот у меня есть цель. Это противники, я полагаю. Они отмечены. Что там за «Ночь костров»? Что у меня с головой? Почему некие красные символы кружатся? Может быть, это жажда крови сейчас настигает Коула? Еще 53 человека отсосать нужно, и тогда будет доступен некий приз. Посмотрю на карту. А вот они, дополнение Bloodcon. Так, подожди-ка, это пользовательские или нет? Или без понятия, что это такое. Разведаем, узнаем это чуть позже. Можно с помощью нашего вампирского зрения убедиться, что все в порядке. Не пойму, что за аналог паучьего чутья мы сейчас испытываем. Что происходит? Не совсем втыкаю, забираюсь как можно выше и иду к единственной текущей цели. Кровавую Мэри-то когда мы будем валить? Сюжетной миссии-то я не вижу. Можно дополнительные вот эти вот истории попробовать поискать. Где-то тут же символы должны быть особенные. Но сначала нужно вампирскую стаю себе подчинить путем убиения этих выродков. Ну как, где там гарпии, да? Почему-то гарпии, они называются обычные сексуальные барышни, стреляющие он со своих пушек, своих пистолетов, пулеметов. Да, я новый любимчик, а вы, сучки, недостойны внимания Кровавой Мэри. Только я буду у нее. О, черт подери! Ну и что это за выступление такое было, а, Кол? Тебя быстренько поставили на место, видимо, недостаточно вампирских сил в тебе сейчас. Нужно больше крови насосать. Иначе не справиться тебе с нависающей угрозой. Выбрал себе точку маршрута. Если буду встречать людей, например, на зданиях где-то по пути к моей текущей цели, тогда я буду пить их кровь, а сейчас не особенно парюсь по этому поводу. Я так понимаю, действие всего дополнения происходит в одну единственную ночь, за которую нужно успеть разобраться со своими врагами, не поддаться действию вампирских чар.
и замочить кровавую Мэри. Вот она летает там. Искусство людей прекрасно. Наслаждайся им, словно кровью. Так, двигаемся далее. К следующему символу. Ведь мы хотим узнать все истории. Это чё? Ну, понятно. Красной звездочкой отображается сама кровавая Мэри, которая тусит тут и там. Мне сказано, иди вперед, и вот тут я нашел символ, сосуд, кровавый сосуд. Где у нас следующая часть поучительной истории? Искусство людей прекрасно. Да-да-да, я уже воткнул, что оно прекрасно. Давай поищем следующую часть. Вот-вот, иду. Привет. Там кто-то сражается, да? Пытаются меня замочить, эти члены падшего святого отца или другие вампиры. Мне плевать. Кровь заполонила мои глазницы, я не вижу, не различаю. Абсолютно без разницы, кого валить. Главное, больше жертв. Нужно больше жестокости. Ну-ка, идите сюда, пидоры. Нет, это мы все так... Так, подожди-ка. Улучшенные гранаты. Ой-ой-ой-ой-ой. Темнеет в глазах. Быстрее своим вдуплятором, который здесь представлен не обычной штукой, а особенной, вон, серебряный крест. Пытаюсь подзарядиться, а не получается. Насасывать электричество Колд уже не способен. Ему нужна сладкая кровь молодых девственниц. Прямо из вагины нахрен. Да сучка. Вы подчинили себе стаю вампиров-то. Очень рад. Вы меня отвлекли, говнюки. Я тут искал разгадку. Вернее, не разгадку, хотел следующую часть поучительной истории проиграть. Смотри-ка, один символ говорит мне, иди туда, другой говорит, иди сюда. Где же на самом деле истина? Может быть, на этом кладбище скрыты сразу две истории? Не, это фигня какая-то. Очередной символ, который говорит мне идти обратно. Меня это не очень устраивает, но... Кажется, пришел к изначальной точке. Хорошо, попытаю удачу, развернувшись, пойду вперед. Вот здесь я был отвлечен на бой с недовампирами. И следующая часть, где она? Я хожу, брожу. А, кстати, скрытых этих вампиров нужно бы тоже найти. Воткнуть их и получить приз за пятерку убитых, насколько я помню. Как они отличаются? У них нет вот этой вот, видите, что у них тут кровеносная система полностью отсутствует у вампироподобных тварей. Вон там еще есть сосуд жизни, но, кажется, с символами я опять не разобрался и упустил. Может быть, к черту их? Куда вообще нужно двигаться? Смотрите-ка. А где основная задача? Чё мне нужно достичь? Может быть, Зиг-то и сказал, что Кол становится частью этих вампиров, чувствует с ними родство. Так, может быть, всю поучительную историю нужно прослушать, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Да, скорее всего, так оно и есть. И наш злобный ублюдок Кол, который теперь еще и потихонечку превращается в вампира, должен такой вот фигней заниматься. Рыскать здесь, что-то выискивать. Не скажу, что это особенно интересное занятие прямо сейчас. Особенно для такого потерянного человека, как я. Ну где же эти символы? Вроде ж бегал, прыгал, смотрел, были... О! О! Краста, не забывай, кто тебя создал. Но одно и то же мне тут пишут, указывают... Типа, иди туда. Ну, в эту сторону двигаюсь, но ничего не нахожу. Может быть, где-то на крышах? О, да. Есть. Со священниками я не лажу, но тот, которого я встретила в приюте сегодня вечером, меня удивил. Несмотря на то, что я успела попробовать на вкус почти всех его юных прихожан. Граната! Вкусный, сладенький священник попался кровавой Мэри. Ну что ж, поздравляю. Ой, пьет кровь, наверное, восстанавливается. Говнюк. Еще нужно, сколько там, 13 раз в сердце воткнуть наш серебряный крест и получить
улучшенные гранаты. На что неинтересно. Так, улучшенные гранаты, которые автоматически, наверное, будут отсасывать кровь и доставлять их прямо в рот Коулу или в какие-то другие места. Давай дальше посмотрю, поищу эти символы, потому что без них наверняка сюжет не сдвинется с мертвой точки. Ну вот, вроде бы указано, что двигайся он вперед. О, там еще больше стай этих самых вампиров. Жалко только, что на карте не отмечается, что вот этим районом вы завладели, а вы тут теперь самый главный петушок. И все остальные клыкастые твари вынуждены ходить под вами. Нет, такого ж не указывают. Поэтому какая у меня мотивация, а? Скажите мне, на милость. Да хватит ты людей убивать. Мне же меньше достанутся. Блюдки, не делитесь совершенно со своим главнокомандующим, практически любимчиком Кровавой Мэри. Стая петухов, прошу прощения, вампиров подчинена. Какие у вас красные пиджаки. Прекрасные. Так, а почему? А, с злобные полицейские! Давно я их не видел! Уроды моральные! Ах вы нигеры! Быстренько поставил их на место. А теперь время сразиться с вампирами. Ну-ка дай-ка я полечу прямо... Ой, хотел прямо... Прямо в нее полететь, и да, получилось. Давай-давай-давай! Воткнул. Ну, по-моему, нормально. Подчинил стаю вампиров. А, но я все-таки не должен отвлекаться. Я к символам шел, да? Меня направляют, направляют. Говорят, вперед двигайся, а где же следующий? Вон он. Скоро буду у цели. Это какой-то нехороший, да, товарищ? Или что это? Что это тут сидит такое? Непонятное. Раненое существо. Тварь. На. Я добил его. А он проклял меня в мучениях. И моментально испарился. Чё-то я опять куда-то не туда следую. Хорошо. Стрелочка указала. Все, я вижу следующий. Или мне казалось. Не-не, все-таки вижу следующий символ. Иду, разведываю обстановку в игре. Infamous, праздник или фестиваль крови, что там у нас было, учись и расти. Да, я учусь. Пытаюсь находить. Ага. Дофига здесь вампиров. Не просто с ними справиться. Конечно же, не просто. Ну-ка, подлечу к ним. Оу! Замочил. Вообще-то довольно удобно. Ну, ах ты сучка такая! Вновь прострелили мне пукан. Ну и где они находятся? Чёрт. Наверняка до хрена далеко от меня. Такое сражение-то я в нем вновь фекалиями дреснул из своей попки, заморав себе штанишки. Но я иду ревенч совершать. Месть моя будет сладка. Ну и в этот раз, наверное, не буду вылетать прямо в бой, а где-нибудь издалека постараюсь молниями пострелять. Из дробовика палит и палит. Вот почему я сдох. Количеством тупо меня взяли. Да ну вас нахер! Гранаты кидают. Да ну нахрен! Так, тут есть чем поживиться. Он подзарядился. Там адовое количество этих уродов. И на них-то мои гранаты толком не действуют. Вон, приходится всякой чушью заниматься. Нескончаемая... Ой-ой-ой, кончилась! Кончилась моя вампирская... Сила, да идите в задницу. Бегу, 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 спасаюсь. Все, лицо у меня в кровище. Подзарядочка нужна Коулу. Гранатка прилетает. Еще парочку колов в сердце, и у меня будут у самого улучшенные, охренительные гранаты. Да сколько можно палить мне в рот? Нет, 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 пожалуйста. Один патрон, и мне хана. Генератор никак не подзарядится. Получил дозу электричества. Готов действовать. Лежи. Воткнул тебе, грязная ты вампирская тварь. Кого-то еще завалил. Двойная граната. Удержите L1, чтобы прицелиться. Затем нажмите квадратик, чтобы бросить гранату. Ну-ка попробуем. И что? Это обычная двойная граната. Кто там? Так, еще 19 человек, улучшенные ракеты.
Это обычные костюмы или люди там сидят. Дай-ка я вампирским зрением посмотрю. Нет, смотри, как кровеносная система есть. Это пленники. Они их мучают и истязают. Тащи людей сюда. Написано «тащи людей сюда». Ты серьезно? Это так странно. А если я не хочу тащить людей? О, добить можно. Клево. Как должен, собственно говоря, принуждать обычных-то горожан к этим клеткам-то завлекать? Непонятно. Вот есть свободное местечко для одного из них. Жуткие вещи здесь происходят на этом празднике боли. Указывают мне место. Так может быть невозможно, да, следующую поучительнейшую историю получить, не притащив человека? Вот блин, пакость-то какая. Тут даже не знаю. Замочить их, наверное, не получится. Да и незачем это делать. Нужно притащить... Не имею ни малейшего соображения, что от меня хотят на самом деле. Люди, которые такую миссию предложили. Что-то поучительной истории не особенно пахнет тут. Ладно, попробуем. Что-нибудь, кого-нибудь... Ворота закрыты. Кол. Ой, а зачем ты... Это совершенно случайно было, я даже не использовал свое вампирское зрение. Так, кол можно воткнуть ему. Обычного мужика, обычного пацана замочил. Видели, это был чистый рандом. Кол воткнул, а оказалось, что это какой-то монстр непонятный. Ну-ка, подожди, мне нужно притащить человека туда. Но, тут, стой, может быть он... это вот тёлочка как-то... Не, взять ее на руки не получится. О, нормально. Давай, хорошо. Не в ту сторону, сучка. Не в ту сторону, давай, беги вперед. Давай. Что ты веселишься, ну-ка беги, я тебя пытаюсь в ноги стрелять. Ты видишь, какой я ужасный мутант? Ладно, попробуем тебе... Более-менее... Ай, все. После единственного раза он не может подняться. Обычно-то люди, особенно нигеры с продвинутой генетикой-то, после нескольких ударов молнии не особенно замечают дамага и встают и бегут далее. Короче, вообще не секу, что от меня здесь хотят. Можете написать это в комментариях. Приведи людей сюда. Каким образом они что не хватаются, а сами не очень-то стараются забежать. Пойду дальше разбираться с всякими выродками. Не понял, честно говоря, что тут нужно делать. И ни хрена какой мужик огромный. Сейчас мы с ним разберемся. Не, ну может кто-то там сообразит и не знает, что нужно делать. Фанат напишет, как быть, пока он зелененькую миссию пройдет. Это что, моментально меня убивают? Да нет, я вроде жив-здоров. Но с монстром-то нужно все-таки разобраться по-пацански. А то как же без этого? Нужно подзарядиться, чтобы больше гранат иметь возможность кидать. Ну где? Здоровый. Вот он, здоровый, черт. Парочку гранат, и думаю, с ним будет все. Покончено. Он испарился, удавился. Где-то должен возникнуть вновь. Вон, последний выстрел у него. Сделано. Мне никакой особенной награды не дали, как будто бы... Вовсе это не мое... А, нет, подожди. Вообще сдох... А, да, добить его ж надо. Точно, он мог оклематься. Так вот, никакой особенной награды за него нет. Как будто бы обычный враг. Sucker Punch сделали, то есть авторы игры. Материалы... Здесь нет материалов, сделанных обычными пацанами. Это сюжетное говно. Я тут обнаружил целое гнездо этих бездушных макак-кровососов, говорит пивной толстяк Зик, которого мы на самом деле уже давно замочили. Да, видимо, Кол думает, я же один из них. Пойду брататься с этими выродками. Не принимай на свой счет, ты-то моя любимая макака-кровосос, совсем не то, что они. Это моя кровь вернула Мэри к жизни, а я думал, вампиры это просто миф. Миф?
Типа того, про того парня, который стреляет молниями и тянет электричество. Ага, думаю, вампиры проводники, только вместо электричества они питаются кровью. Хорошая теория, только это не оправдывает ублюдков, высасывающих жизнь из других. А чем я лучше? Мучаю. Заставляю страдать множество невинных граждан, большинство из которых это женщины, старые дети. Да я знаю, просто... А ну соберись! Увидел других проводников и сразу сопли распустил. Не-не, давай показывай, где тут их база, видимо, будем сейчас мочить. Ну пойдем! Следуйте за Зиком в гнездо вампиров, и начнется потрясающая мочилова, где... будет не просто выжить, я полагаю. Нужно побольше, побольше людских трупов для того, чтобы приблизиться к улучшениям. Следую, конечно, за Зиком, но он не особенно быстренько передвигает ножками. Они здесь, брат, братан, братишка, пойдем завалим их. Погоди, я сам. Нет уж, скоро рассвет, я тебе Мэри не отдам. Зик очень сильно хочет помочь, надеюсь, у него есть хотя бы пару мощных пистолетов для того, чтобы подбиваться. Вот от этих пакостных ублюдков, убейте вампиров, такова моя задача. Но все еще происходит в одну единственную ночь. Ты че, парень, с арбалета практически вплотную меня стреляет. О, нормально. Наконец-то я воткнул, что такое крестики. Это жертвы, которых можно добить, да, воткнув им кол. Монстр! Ну а если не воткнул, то они рано или поздно смогут оклематься. Ага. Так, вон он еще где-то здесь лазит. Ну покажись ты уже наконец! Использую свои мощные суперсилы. Че, Зик, дальше идем? Я не вижу следующей волны. О, огромный мужик. Огромный вампир. Перворожденный. Зик! Коул! А любовь моя, тебя похитил перворожденный. Ну, вампирское чутье, не подведи. Вампирское, конечно, не паучье, но с помощью зрения, думаю, можно выследить. Так вот как. Думал, это происходит несколько иначе. Так, спокойно. Полеты, наверное, использовать не будем, так как нужно сохранять здравый рассудок. Вампирские техники тут не сильно помогут. Детективный режим, в конце концов, используем. Так, вперед, вперед, вон, следующий символ. Давай, нужно вытащить Зика из этих приключений, в которые он попал. И его пивное пузо, соответственно. Интуитивно я забираюсь наверх. Да, здесь следующий символ. И где-то... Да, будет прямо в этом доме. Да, сражение... Ни хрена подобного, об этом можно только мечтать. Та же самая территория, где меня и просили, вот приведи сюда каких-то людей. Что и как от меня там хотели? Вон, вон, вон они, выродки. Да начнется бой. Сразу множество гранат кидаю. Пытаюсь их... Ой, о, ни хрена! Ломает мне шею, кусает... Испивает кучу моей крови. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 спокойно. Нужно быстрее, быстрее. Кончать с ними. Кончай с ними, Коул. Не стесняйся. Как будто бы я попадаю в него, но жизнь что-то не отнимаются. Ты смотри, какие красные-то штуки летят. Повреждают меня. Быстрее, быстрее, быстрее. Нужно подпитаться. Ну-ну-ну-ну-ну. Да! Сила наполняет мои вены. Быстрее с этим выродком. Как-то, знаете, атака лоб в лоб вообще ни хера не работает, сука такая. Что-то сложность здесь какая-то не маленькая. Они мучают меня, а я страдаю. Ну. О, а зачем ты на дом залез? Думаешь, так тебе проще? Уже третий раз за один видосик дохну, как. Ой, маленькая! Паскудная девочка. Ой, прям ему в рожу кинул свою двойную гранату. Они все стреляют в меня и стреляют. Интересно, а таким... Если бы еще во время вот этого добивания вампирского мы отсасывали кровь,
Но у вампиров-то нет крови. Да, ну может быть где-то там в желудке. Да, от каких-то нерадивых людишек доставшиеся. Но сами они не имеют, я так понимаю, кровеносную систему. Да ну вас нахер. Ой, и там большой мужик. Да чтоб тебя так. Прямо в воздухе меня замочил. Я нелепейшим образом упал еще разочек. Не, нужно как-то что-то с этим делать. Более хитро пользоваться своими навыками. Свой дар использовать во благо. Да пошли вы в задницу. Вот пока с этим вот не разберусь, мне спокойной жизни не видать. Вроде бы так. Слечу наверх. Не нужно же забывать про свои способности. А ну-ка, а если применить... Не, не получится. Думал применить полет по отношению к вот этому вот демону, разбушевавшемуся. Ничего не происходит. А я так надеялся. Нужно восстанавливать здоровье. Вижу там, видите, сердечко стучит. Ни о чем хорошем это не говорит. Только о том, что свой суперудар можно применить разочек. Нифига! Все-таки сработало! Воткнулся ему прямо лоб в лоб. Ну-ка еще... А, нет, еще раз не получится. У меня нет прямо сейчас вампирских сил. Для этого нужно укусить кого-нибудь. Ну-ка, завалим. Да, наконец-то с огромным выродком, с перворожденным справился. Теперь можно дважды использовать наши вампирские штучки-дрючки. Куда они делись? Вот, наверху. Не вышло. А, не два раза. Все-таки счетчик-то более плавно начинает течь. Добьем, чтобы как можно больше очков получить и приблизить Коула к наградам всевозможным. Давай ему кол прямо в сердце. Крест ему в сердце. Вроде бы справился. А, Зика еще не вытащил. Стреляй в замок, вытащи меня отсюда. Хорошо, Зик, теперь я знаю хотя бы, что с этими клетками можно делать. Пострелять по ним, и люди будут свободны. А их кровь может прямо вот сразу, с следующим действием, их кровь попадает Коулу в рот. Замок. Где здесь замок? Ну, клетки-то все должны быть одинаковыми, нужно же потренироваться на ком-то, да? Вот, замок похоже. Ага. Таким образом, вот, Зика-то кусать не буду, он же мой пивной братюня. Ну, какого-нибудь обычного человека, нелепо попавшего в эту клетку, можно спокойно пососать. Все, Зик свободен. Спасибо, дружище. Я слышал, как они планировали запасать людей. Они как белки с орехами, только вместо орехов ты. Ну как, по-прежнему будешь их выгораживать? Твоего друга чуть не пустили на консервы. Я же тебя спас, так? А в следующий раз не суйся куда-нибудь. Уж извини, друг. Я благодарен тебе за спасение и все такое. Но оставаться в стороне я не могу. Кровавые проводники, операция завершена. По-моему, весьма неплохой дополнительный материал, сделанный самими же авторами, то есть Sucker Punch. Клёво? В ночь больших костров в Нью-Море всегда царит настоящий разгул. Коул чувствовал, как к нему прибывают силы. Он ждал новых испытаний и новых наград. Новых испытаний? Серьезно? Animals... Ага, вот оно чё. То есть таким образом проходится этот фестиваль крови. А я думал, будут какие-то миссии по основному сюжету. То есть это было немножко странно. Но я теперь понимаю, что нужно дальше делать. О, ты смотри. Кол тебе в задницу, проклятый вампир. Еще 7 нужно замочить, чтобы получить... апдейт своих способностей. По части дополнительных заданий их тут дофига. То есть, а основной сюжет, возможно, довольно короткий. Даже не имею ни малейшего понятия. Вот там по поводу наград сказали, 5 штук нужно вот таких вот зелененьких пройти, дадут награду. А что же будет после? Ну, скажу вот честно, это второй видосик. Весьма это необычно. Это странно, весьма необычно. И мне нравится. Это однозначно нравится. Сосуд с максимальной... Что? Максимальный за... А, вот у нас сосуд! То есть была половинка, вон, где сердце бьется, была ровно 50-50. Теперь немножечко количество наших суперсил увеличилось. То есть можно больше, дольше использовать всякие вот такие вот штуки. Ну-ка.
Подожди-ка, соснем крови. Да, сосуд пополним. Все. Ну что ж, к концу второго эпизода видеопрохождения Infamous Фестиваль Крови я наконец-то разобрался хоть немножко со своими способностями. Да стой ты дальше. Так, еще 9 стай вампиров и получу доступ к какому-то апгрейду. А здесь нет такого вот, ага, списка способностей нет, как в первом и втором Инфомусе. Ну что ж, думаю, на этом можно закончить. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Максим, и вновь в качестве эксперимента не стал вырезать неудачные попытки, потому что кто-то когда-то где-то говорил, что так это же самые крутые штуки, когда чувак, то есть, проваливается. Вот. Спасибо за просмотр.